Здравствуйте. В эфире новости, в студии Ирина Звягинцева. В начале коротко о главных темах выпуска. Будут перемещаться трудовые вахты. То есть это самолет-труженик. Поставили на крыло. Новая авиакомпания «Тайга» свяжет населенные пункты Дальнего Востока. Не отказываем никому никогда. Помогаем, где подсыпать, где какой бабушке помочь. Асфальт и тротуары. Дорога в Тихменево стала безопаснее после капитального ремонта. Это вот хорошо, что приехали московские специалисты у нас сюда, на Сахалин. На прием к узкому специалисту без талона в Сахалинской области работает группа высококвалифицированных приезжих врачей. Я играю. Я сейчас потихоньку, иногда помаленечку играю. Вся наша жизнь игра. Лотерея «Спортлото» отмечает полувековой юбилей. Я была настроена больше на финал. Работала по указанию тренера. Поединки в честь юбилея победы в островной школе восточных единоборств провели чемпионаты первенства области по карате. В правительстве Сахалинской области провели открытое онлайн-слушание по бюджету на ближайшие 3 года. Губернатор Валерий Лимаренко обозначил главные направления, на которые в первую очередь необходимо выделить средства. Это строительство жилых домов, качественное медицинское обслуживание населения, а также социальная поддержка граждан. Подробности далее. Обеспечение качественным образованием, максимальная доступность медицинской помощи и социальные гарантии жителям – приоритетные задачи при формировании областного бюджета на ближайшую 3-летку. Сегодня, в период пандемии и резкого падения цен на нефть, необходимо грамотно рассчитывать возможности и ставить достижимые задачи. В условиях предстоящего снижения объема нефтегазовых доходов бюджет на 2021 год инопплановый период сформирован с предельным размером дефицита в 2021 году в размере 19,6% и по 15% в 2022 и 2023 годах. Активное строительство жилого фонда позволит переселить более 2000 человек из ветхого и аварийного жилья. Автодороги также не останутся в стороне. На все эти цели выделят порядка 18 миллиардов рублей. В области активно разрабатывают инвестиционные программы в различных отраслях. Благодаря им будет создано около 8000 новых высококвалифицированных рабочих мест. Нам нужно более жестко отстаивать свои интересы с точки зрения взаимодействия с федеральным центром по программам привлечения финансовых ресурсов. И мы начали заниматься этими вопросами. Рассчитан бюджет и на сферу здравоохранения. В 2021 на улучшение медицинской помощи выделят более 17 миллиардов рублей. Их направят на вакцинопрофилактику, обеспечение лекарствами, развитие высокотехнологичной помощи. Островной бюджет предполагает расходы на социальную поддержку. Моя семья имеет статус малоимущей. И в этом году моему младшему ребенку исполнилось 3 года. У меня вопрос, могу ли я рассчитывать на дополнительную выплату на ребенка? Спасибо. Региональный бюджет на ближайшие 3 года будет по-прежнему социально ориентированным. На соцподдержку сахалинцев и курильчан выделят более 21 миллиарда рублей. Эти средства направят на выплаты, а также строительство особо значимых объектов. Даже в сложных условиях бюджет Сахалинской области будет направлен на создание условий роста благосостояния граждан. Олеся Львова, телекомпания ОТВ. А в Государственной Думе в первом чтении приняли проект федерального бюджета. С 2021 по 2023 годы Сахалинская область получит субсидии в размере около 9,5 миллиардов рублей. Кроме того, в казне предусмотрены деньги на развитие Курильских островов. Свои предложения по финансированию федеральной программы депутаты предоставят ко второму чтению. Спасибо. Финансирование федеральной программы развития Курильских островов нельзя сокращать ни при каких обстоятельствах. Именно такую позицию я буду отстаивать в ходе обсуждения проекта федерального бюджета. Вот я считаю, что для устойчивого развития наших Курил нам необходимо не менее 300 миллионов рублей ежегодно. Основная часть федеральных средств пойдет на улучшение жилищных условий для молодых семей, ремонт дорог, поддержку медицины, образования, развитие спорта и сельского хозяйства на территории островов. В Сахалинском университете появится первый отраслевой центр компетенции нефтегазового дела. О его создании было подписано 3-стороннее соглашение между Союзом молодые профессионалы, Агентством по развитию человеческого капитала и учебным заведением. Идея проста – объединение движения WorldSkills с университетской наукой. Университет – это та территория, на которой не работают люди в стандартах. Они должны работать за пределами стандарта, они должны их формировать. И мы хотим попробовать сделать такое семейство систем подготовки, которое будет конкурентоспособно не только в Российской Федерации, но и на азиатских рынках.
формирование такой программы, это серьезный не только творческий, но и, естественно, профессиональный процесс. Мы должны соблюсти, с одной стороны, все нормы образовательного законодательства, а с другой стороны, составить гибкую, адаптивную программу для индустрии. В перспективе СГУ станет центром по подготовке и проведению демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills как в нефтегазовом секторе, так и в других производственных сферах. Будем летать тайгой. На островах появилась новая авиакомпания, которая претендует стать крупнейшим перевозчиком Дальнего Востока. На Сахалин уже прибыл первый малогабаритный пассажирский самолет. Борт сможет летать в самые отдаленные пункты региона. Кристина Ким одна из первых побывала в салоне и оценила комфорт нового судна. С виду даже не верится, что этот железный красавец настоящий. На его фюзеляже живописный пейзаж дальневосточных сопок. Тема не случайна, эти суда компании «Тайга» будут летать над Сахалином. На острова самолет прибыл недавно, второй такой же готовится к прилету в регион. Эти самолеты были произведены в Канаде. Как известно, авиация этой страны славится качественной техникой и безопасностью. Это воздушное судно хоть и небольшое, но мало не мало сможет вместить 19 пассажиров. В салоне канадского Twin Otter комфортно и уютно. Здесь регулируется свет, над креслами кондиционеры. Несмотря на внешнее изящество, машина мощная и может работать в сложных условиях. Спокойно садится и взлетает с коротких взлетно-посадочных полос или даже с неподготовленной грунтовой площадки. Средняя его скорость где-то 250-260 км в час. Практическая дальность полета, то есть полная коммерческая загрузка, порядка 500 км. Это позволяет выполнять этому самолету полеты на север острова, в части Александров-Сахалин, Хоя, Трамбаус, Вяхту и все, что выше. Появление на рынке «Тайги» приблизило на шаг создания единой дальневосточной авиакомпании, в которой будут сконцентрированы все авиационные силы региона. Очень важно летать не только в большие города, но и в малые города. И поэтому мы будем развивать авиацию и местную, малую авиацию, и региональную, межрегиональную авиацию. Собственно говоря, для этого и создается дальневосточная авиационная компания, в которую войдут практически все регионы Дальнего Востока. С развитием единой авиакомпании на Сахалине возводят новые воздушные гавани. Так, например, близко к завершению строительства аэропорта на Парамушире. А старые аэродромы восстанавливают в Александровске-Сахалинском, обновят пассажирский сектор и покрытие взлетно-посадочной полосы. По зональному, это действующая площадка, она работает в летний период для обеспечения лесоохраны. Просто мы ее задействуем в зимний период и с нашими коллегами, так сказать, будем использовать. А аэропорт «Шахтерск» – это действующий аэропорт. Мы просто меняем тип воздушного судна. Я надеюсь, что мы будем использовать вот такие небольшие самолеты. Уже в этом году новые самолеты начнут рассекать небо над Сахалином. Обещают, что цены на билеты будут доступными. Кристина Ким, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. Удаленный режим работы офисных сотрудников, самоизоляция островитян возрастом 65+, возможность перевода на дистанционный режим школ и запрет работы ночных заведений. Эти и другие ограничительные меры введены на островах. Их соблюдение будут жестко контролировать. Такая информация прозвучала на брифинге зампреда областного правительства. Эти требования мы обязаны исполнять, выполнять, и поэтому тут тоже нашими коллегами из Роспотребнадзора последнюю неделю были такие, скажем так, рейды. Задача прежде всего предупредить, а те, кто не с первого раза, образно говоря, не понимает, да, уже применять штрафные санкции. Нагрузка на островные поликлиники возросла в несколько раз. В связи с этим принято решение ограничить плановую медицинскую помощь, что позволит избежать дополнительных случаев заражения. Ежедневно в области регистрируют около 100 подтвержденных случаев коронавируса. Ситуация осложняется сезонной заболеваемостью пневмонии. Жители Техменева теперь могут ходить вдоль проезжей части, не опасаясь за свою жизнь. В селе капитально отремонтировали основную трассу. Дорогу покрыли асфальтом, а вдоль нее построили тротуары. Но главное, установили дорожное освещение, которого в Техменеве не было никогда. Обновленный участок оценил Евгений Коньков. Свежая асфальтированная дорога проходит через весь населенный пункт. Работы по ремонту автомагистрали начались в прошлом году. Строители из Паранайского ДРСУ вынули грунт, положили скальник. Сверху 10 сантиметров асфальтобетонной смеси, плюс стоки для воды. В 2019 году выполнены работы на участке 810 метров. Это устройство асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и водопропускных сооружений. В текущем году выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 900 метров.
Те, кто передвигается пешком, получили тротуары, что очень порадовало местных жителей. Десятки лет люди ходили по грязи и в темноте. Сейчас стало чисто, а главное, подрядчики установили столбы уличного освещения. Тротуаров не было. Тут вообще, вы знаете, какая пылища была? А грязища. О, это несметная сила. А сейчас хоть хорошо стало. Подъезды к частным домам, стоящим вдоль дороги, тоже заасфальтировали, согласно проекту. Но, как рассказали подрядчики, в процессе строительства люди неоднократно обращались с просьбами, не связанными с работами на трассе. Помогаем как можем по просьбе главы поселка, по просьбе местного населения. Не отказываем никому никогда. Помогаем где подсыпать, где какой бабушке помочь, даже не в рабочих моментах, а в моментах сарай подлатать или еще что-то. Мы никогда не отказываем. Дорогу в Тихменево асфальтировали один раз в истории села – в 2000 году. За два десятка лет покрытие пришло в полную негодность. Водитель автобуса Тихменево-Поронайск Владимир Медведев доволен едва ли не больше, чем местные жители. Мало того, что теперь не нужно убивать казенный транспорт в ямах, так еще и разворотную площадку сделали. О ней даже не мечтали. Сейчас я смотрю, остановку отличную поставили. Есть разворот отличный, но... Все прекрасно. Вообще, если также в дальнейшем будет, это будет очень прекрасно. Ремонт участка ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но помимо них, жители Тихменева получили еще и обновленный мост. Строители заменили подпорные стенки, установили ограждение и сделали берегоукрепление. Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Высококвалифицированный медицинский десант высадился в районах Сахалинской области. Ведущие врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска принимают в сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Как идет прием в селе Сокол-Долинского района, оценила наша съемочная группа. Встать до рассвета, доехать до Долинска и отстоять очередь в регистратуру. Жительница Сокола Анжела Небальзина так описывает обычное посещение поликлиники. У женщины пару лет болит спина, но к неврологу на обследование она попасть не может. Слишком большая очередь. Я сама проживаю здесь, в поселке Сокол. Мне приходится ездить в нашу Долинскую ЦРБ. Я езжу на автобусе, встаю, также рано встаю. В 8 утра я уже там, в регистратуре заказываю талончик. И то талончик там очень тяжело достать. Бригада приглашенных медиков расположилась в кабинетах Соколовской амбулатории. Здесь из узких специалистов в наличии только стоматолог и гинеколог. Кардиолог, уролог и невролог у нас принимает или на базе Долинской ЦРБ, или в областной консультативной поликлинике. Поэтому население, конечно, очень нуждается в данных специалистах. И вот сегодня мы дождались. Эти специалисты ведут у нас прием. Уролог Алексей Ломоносов из Санкт-Петербурга уже провел приемы в Поронайске и Макарове. В среднем в день удавалось принять 25 пациентов. Первый день работы в Долинском районе показал, врача такого профиля очень ждали. Запрос есть. Я не хочу сказать, что он очень высокий, потому что сфера моей деятельности достаточно интимная, и люди не всегда готовы ей делиться, и многие годами терпят и стесняются об этом говорить. Конечно же, проблема населения в возрасте урологическая существенна, и задача людям, конечно же, помочь. 45 высококвалифицированных врачей по 9 медицинским специальностям прибыли на Сахалин в рамках программы диспансеризации. Выездные бригады поделили по подгруппам и направили в разные районы. В Соколе прием будет вестись неделю. Причем посетить специалистов высокой квалификации могут жители всего района. Врачи очень хорошие, такие прямые. Новые рецепты мне выписали, которые сказали, нельзя пить с этим. Вот, так что они молодцы. Итогом может стать не только выписанный рецепт. На месте медики принимают решение о направлении на стационарное лечение или оказание высокотехнологичной помощи. Многие врачи на местах сейчас отвлечены на борьбу с новой вот этой вот инфекцией COVID-19. Поэтому мы, оказывая вот эту амбулаторную помощь, я считаю, оказываем все-таки помощь и местным специалистам. До конца ноября специалисты проконсультируют население всех муниципальных образований. Медицинский десант уже побывал в Северо-Курильске и планирует посетить Южные Курилы. Екатерина Федорова, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ.
В Министерстве социальной защиты области провели видеоконференцию с постояльцами Южно-Сахалинского дома-интерната. Сейчас учреждение закрыто для посещения, и проживающие там люди находятся на карантине. Тем не менее, сотрудники постоянно поддерживают с ними контакт. На видеосвязь вышла семья, которая образовалась в социальном учреждении. Недавно мужчине, как сироте, предоставили однокомнатную квартиру. Эта семья намерена выехать в свое жилье и продолжить там свою семейную жизнь. Поэтому, ну, вместе с тем у них появляются какие-то вопросы, да, по там, оформлению документов, по перевозке вещей. Мы всегда оказываем помощь. Получить свои квадратные метры проживающие дома-интерната также могут за счет единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья, которое предоставляется инвалидам первой и второй групп. Эта мера соцподдержки действует с прошлого года. Всего в этом году более 150 островитян с ограничениями улучшили жилищные условия. На эти цели с бюджета направлено около 500 000 000 рублей. Волонтеры общественной организации «Молодая гвардия Единой России» пришли на помощь островным медикам. Добровольцы работают сразу в нескольких поликлиниках областного центра. Молодые люди встречают граждан на входе и проводят термометрию. Затем они спрашивают о цели визита и направляют в нужные кабинеты. Эти меры необходимы, чтобы разграничить потоки пациентов. Тех, кто обратился с признаками ОРВИ, нужно отделять от всех остальных. Помощь волонтеров в данной ситуации очень, скажем так, полезно, потому что ранее у нас на этом направлении мы задействовали свой персонал поликлиники, которого в настоящее время катастрофически не хватает. И мы своих сотрудников можем задействовать непосредственно на выполнение их обязанностей и на их работе, где они принесут больше пользы. Сейчас участковые терапевты много времени тратят на обслуживание пациентов на дому. К тому же часть сотрудников находится на больничном, поэтому помощь волонтеров пришлась кстати. Такую работу активисты намерены продолжать. Для сахалинцев и курильчан дополнительно закупят противовирусные препараты и антибиотики. Лекарства направят во все районы области. Медикаменты будут предоставлять пациентам бесплатно по рецепту врача. Деньги на эти цели для регионов направят из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Получить препараты можно будет в специализированных аптечных пунктах. Сахалинская область получила больше, чем 18,5 миллионов рублей. И на сегодняшний день соглашение с федеральным центром нами подписано. В понедельник планируется поступление денег. И мы уже начали работу по заключению контрактов и, соответственно, доставке препаратов к нам сюда, с тем, чтобы доставлять их пациентам. Завоз препаратов еженедельно. По югу острова два раза в неделю мы доставляем лекарственные препараты. Бесплатные медикаменты полагаются амбулаторным больным с медицинскими показаниями. Специалисты областного Минздрава напоминают, что самостоятельное употребление лекарственных препаратов недопустимо и опасно для здоровья. Как получить жилье молодой семье и какой государственной программой при этом воспользоваться? Об этом можно узнать на открытых консультациях, которые проводят представители молодежного правительства области. Встречи проходят в агентстве по делам молодежи, на них приглашаются все желающие. Ведущие семинаров расскажут про все государственные меры поддержки, которыми могут воспользоваться супруги, если хотя бы одному из них не исполнилось 36 лет. Но к нам также обращаются люди всех возрастов, и семейные, и несемейные, старше 36. Никому не отказываем, жилищные программы работают для всех категорий граждан, для любого возраста, для любого города Сахалинской области, где бы вы ни проживали. Поэтому, если есть желание улучшить там, уровень качества своей жизни, то мы с удовольствием поможем каждому. У нас уже на сегодняшний день более 700 заявлений мы получили от молодых семей. Поэтому, конечно же, многие молодые семьи хотят по этой программе улучшить жилищные условия. Консультации проводятся каждую первую субботу месяца. Более подробную информацию можно получить в соцсетях агентства. В Южно-Сахалинске продолжает работать ярмарка белорусской обуви. Главная особенность моделей – сапоги, ботинки и туфли подходят для проблемных ног. Терпеть неудобства больше не нужно. Найти подходящую пару на зиму здесь сможет каждый. А цены порадуют покупателей своей демократичностью. Ассортимент оценила Кристина Ким. Для Таисии Чихачевой найти обувь – настоящая проблема. В сахалинских бутиках женщина ничего купить не может. У нее больные стопы. Подруги посоветовали присмотреться к ассортименту белорусской ярмарки. И тут реально повезло. Сапоги так впечатлили Таисию, что с пустыми руками уйти не пришлось. Приобрела сразу аж две пары. На обувь экономить не привыкла, поэтому посещаю периодически брендовый магазин.
не все могу позволить себе купить, что внешне нравится. Почему? Потому что косточка на ноге и проблемный палец требует только самой лучшей мягкой кожи, но, естественно, удобную подошву или каблучок. Зная качество белорусской обуви, посетила эту ярмарку, нисколько не была разочарована. Всего представлено около 100 моделей, как мужских, так и женских. Подобрать обувь помогают продавцы-консультанты. Они знают все о каждой паре и точно смогут найти удобные сапоги и ботинки, потому что разбираются в анатомических особенностях стоп. Она в основном идет вся на проблемную ногу, на широкую голень, на выпирающие косточки. Подошва идет в основном идет каучуковая. Что это значит? Она на морозе не дубеет и из-за этого не скользит. Обувь в основном вся прошита, капроновая нитка идет. Так что практично, а самое главное, то, что она носится очень долго. И цена доступная для населения. Ценники здесь стартуют от 1300 рублей. Для тех, кто любит качественно и недорого, на этой ярмарке все придется по душе. Обувь выполнена исключительно из натуральных материалов. Внутри подклад из мутона, а снаружи кожи и замша. И это не единственный плюс белорусских ботинок. Размерный ряд очень широкий. Даже на миниатюрные размеры на белорусской ярмарке найдется своя пара. Самое главное, что обувь идеально подходит для сахалинских морозов. И разработана она по специальной технологии. В теплых сапогах нога не парится, а дышит. Всем, кто как раз сейчас ищет обувь для зимы, советуют поторопиться. Ярмарка проработает до 11 ноября в Доме культуры железнодорожников, а после уедет дальше в другие города России. Кристина Ким, Дмитрий Клеровский, телекомпания ОТВ. Нравится скорость? Любишь адреналин? Думаешь, обойдется? Подумай о последствиях. А ты знаешь, что в Сахалинской области ведется активная борьба с несанкционированными свалками? Сделай свой вклад. Зафиксируй место сброса отходов на фото, сообщи о ситуации через портал sakhalin.online, прикрепи фото и укажи точное место расположения. Проследи за исполнением. О ликвидации свалки придет уведомление. Сделаем наши острова чище вместе. ГИБДД предупреждает. Отсутствие светоотражающих элементов на одежде в темное время суток может привести к печальным последствиям. Позаботьтесь о безопасности ваших детей. Сахалинское отделение Императорского православного палестинского общества отметило 10 месяцев со дня образования. Поздравить участников прибыли гости из Москвы. Мероприятие прошло под знаком памяти великого князя Сергея Александровича Романова. На торжестве побывала Евгения Сляднева. Лицо его было бездушно, глаза под белесыми бровями смотрели жестоко. Писал французский посол о князе Сергее Александровиче Романове. За всю его жизнь и после смерти мнения о нем противоречивы. Суровый генерал-губернатор Москвы и в то же время основатель самой милосердной организации Императорского православного палестинского общества. Кандидат исторических наук Дмитрий Гришин много лет занимается романовской темой. Свою книгу Сергей и Елизавета преподнес в качестве подарка участникам встречи в память о великом князе. На Сахалин прибыл в составе делегации из Москвы. Мы вспоминаем в первую очередь его деятельность, и как московского генерал-губернатора, и как одного из основателей, и активнейшего председателя первого и активнейшего деятеля православного палестинского общества. Организация насчитывает 130 лет. Исторически она создавалась в поддержку паломников на их пути к святыням. Со временем к этой цели прибавились и другие. Впоследствии общество, конечно же, стало заниматься более... большим кругом вопросов. Это вопросы и православной культуры, это вопросы святынь, это поддержки истории, просвещения. На Сахалине активно возрождают историческую память о Святой Земле, духовное воспитание и культуру. В этой работе участвуют представители всех поколений. Для того, чтобы в нашем молодом поколении укреплялись вот эти вот духовно-нравственные ценности, ориентиры, чтобы молодое поколение выбирало правильно вектор своего духовного развития, это общество было и организовано.
За 10 месяцев работы регионального отделения общества было сделано немало. Проведены концерты, творческие конкурсы, спектакли и выставки. В планах на будущее – организовать посещение школьниками таких мероприятий. В финале торжества состоялось награждение победителей конкурса эссе на историческую тему. Евгения Сляднева, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. Купи билетик и получи, если не приз, то хотя бы удовольствие. Лотерея «Спортлото» – один из самых узнаваемых брендов в России. В этом году ему исполнилось 50 лет. Первый тираж состоялся осенью 1970 года. За счет финансов от продажи билетов построили часть спортивных объектов для Олимпийских игр в Москве. А наша съемочная группа познакомилась с сахалинкой, которой повезло получить крупный выигрыш. Какой, узнаете в следующем сюжете. Вот это моя семья, то есть мама, папа, сестра, брат и я. Ну, в общем, мы вот садились возле телевизора и смотрели программу и ловили выигрыши. Билетики «Спортлото» в советские времена водились практически в каждой семье. Было интересно. Выигрывал не просто номер, а комбинации чисел, которые отмечал сам покупатель. Семье Анышостак несказанно повезло. Выигрыш превзошел самые смелые ожидания. Тот день, 36 лет назад, она помнит, как будто это было вчера. Девушка вернулась из института и застала маму в прихожей. Сразу с порога у меня такое вот вырвалось. «Мам, ты, у тебя такой вид, что ты как будто ты «Волгу» выиграла». И она мне протягивает... Молча, безмолвно. Два билетика. В одном выигрыш 1 рубль, а на втором написано «Волга, ГАЗ-24». У них уже был автомобиль «Жигули», поэтому на семейном совете решили взять деньги. 15 500 рублей. Тогда это было целое состояние. Их потратили на цветной телевизор, небывалую по тем временам роскошь, и к нему в придачу грандиозные путешествия. Это запомнилось надолго. Не столько материальные блага, сколько само чувство азарта и надежды. А вдруг? Это в ней живет и сейчас. Нет-нет, да и купит лотерейный билетик. Иногда такая мысль проскакивает, что ну я же мамина дочка, но должно же мне когда-то повезти. Вот. И потом, вот, ну, сейчас много вот в интернете, там, что Вселенная посылает нам знаки, да, и что эти знаки надо правильно истолковать. И вот был такой момент. На протяжении, наверное, 2 недель в интернете мне постоянно выскакивала реклама. Короткий ролик – демонстрация бурных эмоций очередного победителя, взявшего джекпот в интернет-игре. Его Анна истолковала правильно. Ну, я уже думаю, ну, тебе 2 недели показывают вот это кино. Ну, для чего-то тебе показывают, ну, купи билетик. Я купила билетик. И хотите верьте, хотите нет, получила выигрыш в почти 300 тысяч рублей. Да, с новой «Волгой» советских времен сумму, конечно, не сравнить, но благодаря ей женщине удалось закрыть кредит в банке. Признается, распрощавшись с долгами, стала абсолютно счастливым человеком. А может и правда, надо верить в себя и не пропустить свой шанс на удачу. Ну а если не повезет, не огорчайтесь, средства от лотереи «Спортлото» по-прежнему идут на добрые дела. Вера Рудакова, Екатерина Федорова, Юрий Ржов, телекомпания ОТВ. Чемпионаты первенства области по олимпийскому карате провели в школе восточных видов единоборств. Свои поединки бойцы посвятили 75-летию победы. На татами технику показали сильнейшие спортсмены Южно-Сахалинска, Хомска, Невельска и Южно-Курильска. За финальными поединками следил наш корреспондент Игорь Антипов. Каратист показывает бой с невидимкой, так называемый ката. В комплекс боевых действий против воображаемого противника входят нападение и защита. Спортсмен должен показать скорость, технику и мастерство. Среди мужчин главный спор на татами разворачивается между двумя южносахалинцами – Данилом Никишиным и Никитой Соном. Для финала они представляют упражнение высшего уровня – унсу. Эта ката состоит из 48 позиций и выполняется примерно за 1 минуту. Там даже ближе к концовке в нем эффектно смотрится тот же прыжок. Судьи в итоге отдают победу кандидату в мастера спорта Даниилу Никишину. Он лучше чувствует пространство и грамотно строит тактический рисунок поединка. Но сам чемпион все же к себе критичен. Ну, конечно, сделан идеально. После прилета сразу, через 2 дня соревнования. И там где-то медленнее делал, где-то не так мощно. Там стойки не такие низкие были. Никишин и его товарищи по островной сборной недавно вернулись из Новосибирска, где завоевали 25 медалей на всероссийских соревнованиях Кубок маршала Александра Покрышкина. В этом году, несмотря на пандемию, восточники показывают, как всегда, отличные результаты. 17 человек входят в состав сборной команды России.
Ну, действительно, ребята настроены, они приобрели хороший опыт. Здесь ребят выступают и не только члены сборной команды России, но и призеры мира, Европы. В хорошей конкуренции. И, как бы, я думаю, что здесь можно посмотреть, и ребята сами сделают оценку. Это кумите – реальный поединок. Так эмоционально за золото в категории до 61 килограмма спорят Дарья Афонина из Хомска и Жанна Костюшкина из столицы области. Между девчатами завязывается плотный ближний бой. Увы, новоиспеченному мастеру спорта России сегодня не повезло. Одна из сильнейших кумитисток страны уступает пальму первенства менее опытной, но очень перспективной хомчанке. Это моя хорошая подруга, отличная спортсменка. Видимо, я была настроена больше на финал. Работала по указанию тренера. Уже в феврале 2021 года лучшие из лучших выступят на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Его по устоявшейся традиции принимает Сахалин. Игорь Антипов, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. Напоминаю, что наши новости вы также можете посмотреть на нашем сайте Сахалин Курилы по адресу skr.su и в социальных сетях. А впереди прогноз погоды. Ну а я прощаюсь с вами. До свидания. Водитель, помни, встречная полоса – это смертельная опасность. Именно выезд на полосу встречного движения чаще всего приводит к жертвам на дороге. Не торопись, потеряв терпение, можно потерять жизнь. Не пересекай черту. В Сахалинской области размер платы за вывоз мусора на одного человека в месяц составляет 72 рубля 73 копейки. Благодаря субсидии из областного бюджета различным категориям граждан начисление производится по льготным тарифам. Во втором полугодии 2020 года размер платы за вывоз мусора в Сахалинской области является одним из самых низких на Дальнем Востоке.